Александр об акции в МФЦ узнал случайно. В одном из окошек сегодня здесь принимает служба судебных приставов. Пришел Александр с простым вопросом – узнать о своих долгах. Кстати, именно так акции называются. Очереди почти не было, поэтому, говорит, консультацию получил быстро. Решил прийти вот проконсультироваться, потому что не все возможно узнать в интернете, тем более идти в налоговую или куда-то. Здесь все можно узнать, всю информацию в одном месте. Очень удобно, быстро. Акция «Узнай о своих правах, узнай о своих долгах» всероссийская. Проходит она в преддверии майских праздников. Чтобы не получилось, что называется, неловких ситуаций. В практике приставов было не раз, что из-за задолженности на карте изымали имущество, тормозили машины на посту. Чтобы такого не случилось, говорят в управлении, долги стоит оплачивать заранее. В рамках проводимой акции судебные приставы разъясняют положение действующего законодательства об исполнительном производстве, порядок пользования банком данных. Должностные лица расскажут о сервисе «Цифровое исполнительное производство», предоставлении информации о ходе исполнительного производства, подаче заявлений, ходатайств, объяснений и прочих документов по исполнительному производству с помощью портала госуслуги. Акция проходит сразу на двух площадках МФЦ – на Почтовой и Каширина – с 9 утра до часу дня. Также прием будет проводиться на базе юридической клиники РГУ. У судебных приставов можно проверить, есть ли у вас или у родственников неоплаченные долги. Плюс на месте можно получить консультацию по всем нужным вопросам. Но знать о своих долгах можно и самостоятельно через электронные сервисы службы, сайт госуслуг, а также через мобильное приложение. Оно так и называется, как сама служба – ФССП. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».